Всем привет! Сегодня расскажу об интересной программе, которая называется Болдика. В принципе, можете записывать сами по себе, вам не надо камеру. В принципе, если камера, то камеру поставьте. Здесь можете также записывать, делиться своими мнениями. Плюс к этому все в соцсеть можете выкладывать. Но запомните, чтобы сеть выкладывать, надо будет обязательно... Там то ли 400 килобайт, наверное, килобит, я уж точно не помню, сколько надо будет. Видеоролик создается. Но, в принципе, можно сделать так, чтобы в облако создать, просто-напросто там отдаются, например, 10-20 гигов. Можете туда смысле скидывать. Называется просто YouTube, можете типа как канал сделать и показывать все свои... видео, все, ну, в принципе, все, что вам душе угодно. А здесь, естественно, его настройки здесь всякие идут. Добавляем здесь логотип, какой вам понравится. Лево, право, синий, зеленый, там, короче, смотреть надо. Здесь шаблоны. Это какое вы видео, для чего вы делаете, для какой цели. Вот. Здесь то же самое, только MP4, может AVI, ну, смотря какой там идет все, в принципе. А потом, что у нас изображение, естественно, вот тоже сам можете ставить болтиком. Ну, давайте позицию сюда поставим, то же самое посмотрим, качество высокое. Там, смотря как и чего делать, в принципе, если программе здесь, например, если включения нет, то оно будет, ну, что-то не так записывать, как надо. Не, в принципе, будет, но кое-какие разрешения у вас их не будет. В принципе, ну, что-то не будет показывать просто-напросто. Вот программа, вот она, Болдикам, причем устанавливать, сперва сделать инсталл. Она будет запускаться автоматически от имени администратора. Ну, в принципе, можете без ключей, но, по идее, должны все с ключами получиться. Если у вас не получится ключи здесь, вот зарегистрировано, берете вот эту шапку, открываете C, когда уже установленная программа 86, в основном все программы сделаны еще на 86. Вот ищите Болдикам папку, открываете, закидываете вот так ее. Так как ее нету, естественно, отключаем антивирус сперва. Или настроить, чтобы он ее не трогал просто-напросто. От имени администратора запускаем. Здесь пишем каракули какие-нибудь и там mail, gmail, ну, любую почту и регистрируйте. У вас обязательно все получится. Не получится, напишите, я вам сделаю видео. Так как в инструкции здесь вы ни хрена в эти каракули не поймете, ну хотя бы здесь вот написано, что как надо сделать. Ну, если кто-то не шарит, тогда лучше не надо делать. Так, вот это вот камеру настраивать, вот это, естественно, микрофон, смотря как у вас стоит, у вас, естественно, какой-то микрофон будет стоять здесь. Так, здесь будет стоять камера. Ну, камера здесь настроить. Здесь нажимаете щелчки, если понравится, если надо будет. Налево, направо, право, налево. В принципе, где-то так логотипы. Ну, это, естественно, опции. Ну и все остальное. Так, здесь вы будете полный экран, прямоугольный экран, как вам здесь заблагосудится. Вот. Ну, в принципе, вокруг этого курсоры здесь можете записывать. Ну, желательно вот закрывать ее просто-напросто. Ну, фотографии это, в принципе, вот так вот сфотографировали. Вот. И, в принципе, дальше будет. Здесь игровая идет. Видеоплееров там написано все по-русски. Так, с камеры HDMI я выключать не буду, так как у меня сразу все пропадет. Ну вот, в принципе, можете вот так вот делать, любое видео скачать у кого-нибудь. Но это, конечно, долго будет, но что-то, по крайней мере. Можете рисовать смело. А, в смысле это...
смотреть, потом можете вот так вот рассказывать, комментировать все, что нравится, кому не нравится. Вот, потом, что вы можете еще сделать. В этим болтикам интересно, много интересного, кстати. Так. Да, кстати, режим рисования есть. Можете здесь подписать что-нибудь. Ну и все остальное, в принципе. Потом можете что делать? Здесь, короче, сфотографируйте рисунок любой, также на любом сайте можете сделать. Шлеп. Она осталась у вас. Потом в той же папке, которая будет, можете вот паузу делать, можете, ну я не знаю, я в смысле, можете любое видео включать, вот, например, смотреть, комментировать можете смело прям, сказать, вот это видео такое, это видео такое, в принципе, можете также озвучивать, как раньше в 90-х годах делали, но в принципе, я не знаю, надеюсь, вам понравилось. Скорее всего. Но если понравилось, пальчики вверх, пальчики вниз. Но лучше всего подписаться.